Всем здорово. Так, в общем, проблема такая. Не работает Discord. Ну, у всех почти, наверное, в России. Смотрим, как он чинится. То есть, вот я его запускаю, он крутит, да, не работает. То есть, мы видим это все сами. Сейчас покажу самый реально работающий способ. Все пользуются VPN для игр, там, Game Booster, то есть, LagoFast и так далее. И у всех он есть. Так что можно тупо через него запускать Discord. Берем, открываем. Так, допустим, мы запускаем Discord. Discord запущен. Выбираем сервер, какой хотите. То есть, ну, можно любой, но я ставлю Лондон. Запускаю. Узел переполнен. Хорошо. Берем другой, значит. Раз узел переполнен, ну попробуем вот с этим, да, сервером. Запускаем Discord. Хоп. Смотрим, сразу пошла загрузка. Все, пожалуйста, пользуйтесь Дискордом. И также в этот же момент мы можем параллельно запустить игру. Дискорд уже запущен, то есть он будет работать. Нам тупо надо это для того, чтобы зайти в Discord. Все. Пользуйтесь Дискордом. Это делается все очень просто и легко. То есть не надо пытаться что-то менять, что-то делать по-другому. Всем спасибо.